Притягивание теперь работает. Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. За неряшливая работа. Это не фаервол, а решето какое-то. Кто им сеть устанавливал? Бабуины? Ладно, проехали. Можно было просто покричать. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. И как удачно. То есть неудачно? Нет ничего удачного в трагедии. Это возможность испытать новое изобретение. Что это такое? И предотвратить катастрофу. Подними руки. Вот так. Что ты делаешь, женщина? Готово. Теперь у тебя есть вингсьют. Можешь летать. Начинать лучше рядом с окном. Долети до моста. Надеюсь, сработает. Иначе нам конец, Рико. Мы должны сделать все как следует. Возможно, не сообщила. А вингсьют-то я дала тебе GE-64. Опытный образец. С Бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста. Иду к точке наблюдения. Бойцы Диравелла движутся быстро. Пожалуйста, поторопись. Готов к прибытию конвоя. Вояки Диравелла даже не поймут, что случилось. Отлично! Рекомендую подобрать броскую геройскую реплику. Или... Подожди, я засекла вертолеты на подходе. Рядом две установки ракет «Земля-воздух». Отмечу их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Найди панель управления ЗРК. Под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее!
Рико, вертолеты уже здесь. ЗРК не успеют заработать. Кажется, получилось. Я завел себе новых друзей. Спасибо, Дайма. И спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Ответь, Рико. Алло, это я, Марио. Марио Фриго. Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Заходи обязательно. Прием. Откуда у тебя комлинк, Марио? Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? У всех? Прием. Дались тебе эти комлинки. Бабушка уже на кухне. Не опаздывай. Прием. Гранматра. Как ты похудел? И скажи Марио, чтобы он убрал хлам с газона. Конечно, бабуля. Бабуле не нравится машина. Она ей никогда не нравилась. Ты ее не доделал. Я ждал тебя. Я тебя, между прочим, не виню за то, что ты пропал. Марио, у меня не было выбора. Знаешь, я об этом как-то не думал, Рико. Но есть разница между тем, на что ты смотришь и что ты видишь. Посмотри на Медичи. Жемчужина под ярким солнцем. Но когда ты видишь Медичи, то понимаешь, что все прогнило. Когда это ты заделался философом? Да не в этом дело. Я помогаю повстанцам. Ничего масштабного, у нас и армии-то толком нет. Ты же видел атаки во время недели Деравелла. Повстанцы бежали, прятались. Позорище! Марио! Рико! Пора ужинать! Гранматре, дай нам еще минутку! И мы придем, пожалуйста! Марио, уважение? Она глуховата. Что ж, у меня есть план. Деравелла удерживает города и поселения. Но без своих баз он лишится силы. Мы должны найти соратников, собрать войска. Я освобожу Манею. Смелое заявление, Рико. Да нет, не слишком. Мы должны показать людям, что способны отбить их города и поселки. И еще я собираюсь разрушить Вис Электро. Это безумие. Пришло время вырубить свет. Сколько времени Деравелла строил электростанцию? 3 месяца? 4? Я за день превращу ее в дымящиеся развалины. Что бы ты ни делал, мы тебя поддержим. А все, что ты разрушишь, мы перестроим. Бон, муй бон. Мальчики! От всей этой болтовни я здорово проголодался. Идем. С возвращением в Медичи. Это Олеся с Радио Дель Революсьон.
Марио сообщил мне, что ты хочешь освободить Манею и уничтожить станцию Виселектро. Честно говоря, не терпится посмотреть на тебя в деле. Свяжусь с тобой, когда ты будешь ближе к месту. Встретимся в Виселектро. Это место построили за 2 месяца, используя труд заключенных. И ни одного ватта энергии не достается народу. Ступай туда и все взорви. Военное имущество выкрашено в красный. Так что давай в город и разберись. Принято. Отправляю подкрепление.
топливом красиво взрываются, Рико. Спрятана за гермодверью. Нужно ее открыть. Поищи рядом рубильники. Займись вторым, пока система не стартовала снова. Цистерны с топливом красиво взрываются, Рико. Это центральный энергоузел. От пули он защищен, но взрыв не выдержит. Взорви трансформаторы, Рико. Так ты парализуешь военную систему энергоснабжения. Обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку. Займись вторым, пока система не стартовала снова. Приступим.
спрятана за гермодверью. Нужно ее открыть. Поищи рядом рубильники. Цистерны с топливом красиво взрываются, Рико. Показывайте, что у вас есть. Нас сминают! Нужны еще бойцы! Да
Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Спрятана за гермодверью. Нужно ее открыть. Поищи рядом рубильники. Цистерны с топливом красиво взрываются, Рико. Цистерны меньше и проблемы меньше. Система не стартовала снова. Готово. Теперь к турбине есть доступ. Thank you.
детонаторы, Рико. Так, ты парализуешь военную систему энергоснабжения.
проще, чем вижу. Эй, Риго! Дашь мне автограф? Может, с парашютом вместе прыгнем? Вот это настоящий генерал! Мам, я, короче, такой кайф словил. Я прошел игру, которую я 3 года назад проходил. Даже, по-моему, 5 лет назад. Она вышла в 2017 году. И вот, короче, я тогда ее не мог ни хрена пройти. А сейчас, считай, все миссии прошу, которые я тогда не мог пройти. Это благодаря новому ускоренному компьютеру, и я все записал это на видео. Ты представляешь, я теперь это выложу на свой канал. Ты довольна за меня? Довольна за меня? Спокойной ночи.